сказал? Коронавирус. Пожениться не судьба. Я сказала, это баста. Это значит никогда. 8 лет с тобой встречаюсь. 8 лет тебя кормлю, а теперь коронавирус. Мол, прости, но не люблю. Ты придумал отговорку. Не женюсь, в стране беда. Вот находчивость и ловкость не бывало никогда. Ходит вирус по России. Мир обходит день деньской. Ты придумал отговорку и качаешь головой. Мол, пройдет коронавирус. В ЗАГС войдем и ты, и я. Только мучают сомнения. 8 лет как не семья. То не выплатил кредиты, то машина, то покос, а теперь коронавирус. В чем еще, скажи, вопрос? Я настроена серьезно. Очень долгий пройден путь. Даже вирус не сумеет мой настрой перевернуть. Заказала химзащиту. 2 костюма ОЗК. Тематическая свадьба. Это друг мой на века. Масса минусов у свадьбы. Но один огромный плюс. Ты сказал, ну черт с тобою, раз решила, я женюсь.